Добрый вечер, Павел Кузнецов, капитан команды РЕН. Ну, игра была очень такая плотная, очень тяжелая. На самом деле, где-то нам повезло больше, где-то соперник свое не реализовал. Но, на самом деле, это отличный результат, потому что, в принципе, Астер мы остановили. Так что, теперь будем готовиться дальше. Ну, персонально сегодня хочу выделить из своих всех ребят, потому что каждый боролся до конца, каждый бился. И на самом деле это ничья не какого-то игрока, а это ничья всей команды. Доволен результатом, в общем? Да, на самом деле результатом доволен, хотя, конечно, хотелось в конце задавить и все-таки взять 3 очка.